Давайте мы будем переходить к докладу «Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению стабильной стенокардии. Роль антиагрегантов и ангиопротекторов в лечении пациентов». Светлана Юрьевна Никулина, профессор из города Красноярск. Пожалуйста, вам слово, я, соответственно, выключаюсь. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить организаторов, Павла Андреевича, прежде всего, за возможность участия в заседании и, конечно, обсудить с вами современные клинические рекомендации по диагностике и лечению, правильнее сказать, стабильной ишемической болезни сердца, роль антиагрегантов и ангиопротекторов в лечении этих пациентов. И прежде чем перейти непосредственно к российским клиническим рекомендациям, я бы хотела остановиться на предтече этих рекомендаций. Рекомендации Европейского общества кардиологов 2019 года. Если мы посмотрим с вами на рекомендации Европейского общества кардиологов, то они звучат так. По диагностике и лечению хронических коронарных синдромов, что полностью отличается от названия «Стабильная ишемическая болезнь сердца» 2013 года. Чем объясняется консенсус Европейского общества кардиологов? Это признание многофакторного генеза ишемической болезни сердца, от болезни к синдрому ишемической болезни сердца. И в этом руководстве вот такое измененное название объяснялось тем, что клинические проявления коронарной болезни сердца могут быть в двух разных вариантах. Они могут быть классифицированы как острый коронарный синдром или как хронический коронарный синдром. И поэтому наши европейские коллеги, Европейское общество кардиологов в данном руководстве предложило 6 клинических сценариев, 6 клинических профилей больных с хроническими коронарными синдромами. Именно о них они предложили ставить в диагноз. Итак, что же российское кардиологическое общество? Следует сказать, что кардиологи российского кардиологического общества, опираясь как раз на гайдлайн Европейского кардиологического общества 2019 года, создали свои российские клинические рекомендации. Посмотрите, они не стали уходить от тех понятий, которые нам все-таки более близки, от понятий 2013 года. И наши российские рекомендации звучат так: стабильная ишемическая болезнь сердца. Да, в 2020 году Совет Минздрава, научно-практический Совет Минздрава Российской Федерации утвердил эти рекомендации, и сейчас мы ими полностью пользуемся. Итак, ишемическая болезнь сердца, о которой я сегодня буду говорить, это поражение миокарда, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям, это известно всем. ИБС возникает как в результате органических изменений коронарных артерий атеросклероза, так и функциональных, допустим, коронароспазм или коронаротромбоз. Если мы посмотрим на те данные, которые опубликованы в нашем руководстве, то вы видите, что ежегодная смертность ишемической болезни сердца среди населения России составляет 27%. Но самое страшное, что из них 42% – это смерти в трудоспособном возрасте. Больные с диагнозом стабильная стенокардия, стабильная, умирают от ишемической болезни сердца в два раза чаще, чем лица без этого заболевания. И более чем у 50% больных с ишемической болезнью сердца инфаркт миокарда является первым проявлением заболевания. Поэтому создание этих клинических рекомендаций явилось сверхактуальным и необходимым как раз для лечения наших пациентов. Давайте посмотрим, что осталось и что появилось нового в данных клинических рекомендациях. На данном слайде представлена клиническая классификация ишемической болезни сердца, или внутри рекомендаций периодически это меняется все-таки на название стабильной ишемической болезни сердца. И вы видите, что здесь рубрикация осталась прежней.
Это стенокардия напряжения стабильная, вазоспастическая, микрососудистая, кардиосклероз постинфарктный очаговый, безболевая ишемия миокарда, ишемическая кардиомиопатия. Соответственно, стабильная стенокардия также имеет 4 функциональных класса по канадской классификации. Вот я выделила красным, что отличает как раз эту классификацию от классификации 2013 года, с которой мы работали. Вы видите, что изменения произошли только в функциональном классе 2. Здесь появились такие выражения. Приступы стенокардии возникают также при эмоциональном стрессе или в течение нескольких часов после пробуждения. Обратите внимание вот на такое наполнение этого столбца. То есть здесь расширилось понятие второго функционального класса стабильной стенокардии. Что еще нового появилось в рекомендациях? Перед вами алгоритм действий врача при подозрении на стабильную ишемическую болезнь сердца. То есть доктору как бы помогают как можно быстрее пройти к окончанию этого алгоритма. Итак, пациент с подозрением на стабильную ишемическую болезнь сердца, если мы подтверждаем диагностикой, лабораторными инструментальными методами исследования диагноз подтвержден, проводится консервативная терапия. Если имеются признаки нестабильной стенокардии, смотри алгоритм острого коронарного синдрома. Если диагностика не подтверждает стабильную ишемическую болезнь сердца, продолжение диагностического поиска в рамках другого возможного заболевания. Еще одно интересное нововведение, которое следует принять все-таки в жизнь, вот точно так же, как у нас теперь определяется предтестовая вероятность при тромбоэмболии легочной артерии, в этих рекомендациях опубликована таблица предтестовой вероятности диагноза ишемической болезни сердца в зависимости от пола, посмотрите, по горизонтали, и в зависимости от возраста, посмотрите, от вертикали, и характера боли в грудной клетке. То есть типичная стенокардия при трех критериях типичной стенокардии, атипичная стенокардия при двух критериях, как указано в этих рекомендациях, неангинозная боль или одышка. Так вот, в этой таблице темно-красным цветом выделены как раз ячейки, где предтестовая вероятность развития ишемической болезни сердца составляет более 15%. Вот таким слаборозовым цветом указаны ячейки, где предтестовая вероятность ИБС от 5 до 15%. И вы видите светлые ячейки от 3 до 5%. То есть вот этот новый алгоритм предтестовой вероятности диагноза ишемической болезни сердца помогает более правильной диагностике, соответственно, и актуальному лечению этого заболевания. А теперь хотелось бы непосредственно перейти все-таки к лечению стабильной ишемической болезни сердца. Понятно, что в лечении стабильной ишемической болезни сердца необходимо достичь две основные цели. Это устранение симптомов и, конечно, продление жизни пациента. И в этих рекомендациях появляется еще один алгоритм, очень понятный, объясняющий, почему следует назначать те или иные препараты в лечении стабильной ишемической болезни сердца. Мы с вами прекрасно знаем, что стенокардия – это дисбаланс между повышенной потребностью миокарда в кислороде и сниженным коронарным кровотоком, то есть доставкой кислорода к миокарду. Вследствие повышенной потребности миокарда в кислороде увеличивается ЧСС, изменяется сократимость, увеличивается постнагрузка и преднагрузка на сердечную мышцу. Поэтому препаратами первого ряда, вот они отмечены красным, в лечении стабильной ишемической болезни сердца должны быть бета-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов. Поэтому, если мы с вами вернемся сейчас к клиническим рекомендациям по стабильной ишемической болезни сердца, я как раз взяла эту таблицу из клинических рекомендаций, то здесь видно, что в случае, если у пациента вы диагностировали стабильную стенокардию
или стабильную ишемическую болезнь сердца, что одно и то же, первый и второй функциональный класс, и ЧСС более 70 ударов в минуту, вы назначаете бета-адреноблокаторы или нидигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, то есть группу веропамила или группу дилтиазема. До снижения ЧСС до значения 55-60 ударов в минуту. В том случае, если вы диагностировали стабильную стенокардию 3-4 функциональный класс, вы назначаете комбинацию этих препаратов. Вы берете комбинацию бета-адреноблокаторов и уже дигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов, допустим, третье поколение, амлодипин, его аналоги Нарваск и прочее, и доводите эту стабильную стенокардию хотя бы до первого и второго функционального класса. То есть это считается препаратами первого шага, первого ряда в лечении стабильной ишемической болезни сердца. Таким образом, согласно рекомендациям, использование бета-блокаторов при хронической ишемической болезни сердца рекомендовано в определенных клинических ситуациях. Посмотрите класс 1, уровень доказанности А. Обязательно после перенесенного инфаркта миокарда. А также при ХСН с низкой фракцией выброса. Также обязательно назначение бета-адреноблокатора. Что еще интересного появилось в этих клинических рекомендациях? Посмотрите. Опубликована терапия стабильной ишемической болезни сердца в зависимости от клинической ситуации. То есть доктор имеет более широкий диапазон для лечения пациента. Давайте оценим то, что я уже сказала. Стандартная терапия, вот этот первый столбик в этой таблице. Стандартная терапия, первый шаг, как я и говорила, это бета-блокаторы плюс блокаторы кальциевых каналов. Причем в первом случае через или это антагонисты кальция группы веропамила или дилтиазема. Второй шаг – это комбинация, но уже с дигидропиридиновыми бета-блокаторами. И третий шаг – добавляются препараты второй линии, о них я буду говорить чуть позже. Если у пациента со стабильной ишемической болезнью сердца ЧСС более 80, первый шаг – бета-блокаторы или опять недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов – веропамил, дилтиазем. На втором шаге – комбинация этих препаратов, третий шаг – присоединение ивабрадина к бета-блокаторам, если ЧСС вы видите больше 80. Если, наоборот, у пациента брадикардия и ЧСС меньше 50, то вы назначаете первым препаратом дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, лучше третьего поколения, как я говорила, группу Нарваска, Нарваска и его аналоги. Соответственно, на втором шаге вы добавляете нитраты пролонгированного действия, третий шаг – комбинация этих препаратов, и затем уже никарандилы, ранолазин и триметазидин. При дисфункции левого желудочка либо хронической сердечной недостаточности все начинаете опять с бета-адреноблокатора. На втором шаге бета-блокаторы и нитраты продленного действия либо блокаторы с ивабрадином, если ЧСС больше 75, и препараты второй линии. Вот таким образом действуете у пациента в зависимости от клинической ситуации. При низком артериальном давлении – низкие дозы бета-блокаторов или дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, а дальше ивабрадин, ранолазин или триметазидин. Таким образом, доктору дается инструмент уже, каким образом действовать в той или иной клинической ситуации при стабильной ишемической болезни сердца. Для профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов стабильной ишемической болезнью сердца обязательно использование ингибиторов АПФ и сартана. Причем обговариваются те ситуации, которые являются абсолютно необходимыми в назначении препаратов группы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Это ИБС с постинфарктным кардиосклерозом, артериальной гипертонией, сахарным диабетом, ХСН и фракция выброса менее или равно 40%.
Уважаемые коллеги, в рекомендациях не указано, что это класс-эффект для ингибиторов АПФ. Указаны два препарата, которые апробированы в клинических исследованиях. Препараты периндоприл и рамиприл. При непереносимости ингибиторов АПФ указаны сартаны, но опять не указано, что идет определенный класс-эффект. Указаны препараты лазартан, валсартан, кондесартан, которые также апробированы в клинических исследованиях на пациентах со стабильной ишемической болезнью сердца. Дезагреганты – антиагрегантная терапия у пациентов с стабильной ишемической болезнью сердца. Обязательно назначение ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг в сутки. Конечно, есть у нас ситуации, есть пациенты, которые не переносят ацетилсалициловую кислоту. Только в этом случае вы можете заменить ацетилсалициловую кислоту на клопидогриль, тоже 75 мг в сутки, хотя у нас есть ситуации, когда клопидогриль у нас выходит на первый план. У пациентов с периферическим атеросклерозом и перемежающейся хромотой все-таки препаратом выбора является клопидогриль в дозе 75 мг перед ацетилсалициловой кислотой. Применение тикагрелора можно рассматривать только у пациентов, не переносящих ни ацетилсалициловую кислоту, ни препарат клопидогриль. Существуют ситуации, когда пациентам назначается двойная антиагрегантная терапия у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца. То есть это пациенты, имеющие высокий или средний риск ишемических событий. Пациенты после инфаркта миокарда, когда мы в течение года и более назначаем двойную антиагрегантную терапию, несмотря на то, что у пациента стабильная ишемическая болезнь сердца. Двойная антиагрегантная терапия – это ацетилсалициловая кислота и клопидогриль. Можно заменить клопидогриль на тикагрелор, но доза тикагрелора должна уже быть тогда 60 мг 2 раза в день. Можно использовать ацетилсалициловую кислоту и ревороксабан, но доза ревороксабана, так называемая сердечная доза ишемическая, должна быть всего лишь 2,5 мг 2 раза в день. Помните, это только для пациентов, имеющих высокий и средний риск ишемических событий и не имеющих высокого риска кровотечения. И совсем недавно, то есть я рассказывала о нашем российском антиагрегантном препарате тромбетал, и сейчас я хотела бы акцентировать ваше внимание еще раз на этом препарате. Итак, дезагрегант, препарат тромбетал, содержит желудочно-растворимую форму ацетилсалициловой кислоты. И ацетилсалициловая кислота одета оболочкой в виде гидроксида магния, которая защищает слизистую оболочку желудка от местно раздражающего действия ацетилсалициловой кислоты. Если вы посмотрите на данный слайд, вы видите, что в центре как раз препарат тромбетал, ацетилсалициловая кислота, желудочная форма с гидроксидом магния, безопасность в 9 раз по сравнению с обычной формой ацетилсалициловой кислоты и почти в 3 раза, в 2,6 раза, будем более точными, снижает риск побочных эффектов по сравнению с кишечно-растворимой формой ацетилсалициловой кислоты. Если оценить биоэквивалентность оригинального препарата кардиомагнил, это ацетилсалициловая кислота плюс гидроксид магния и препарата тромбетал, то вы видите, что медиана концентрации препаратов на первом и втором этапе полностью сходится, что синяя кривая тромбетал, что красная кардиомагнил. То есть Европейское и Американское регуляторное агентство при доказанной биэквивалентности считают эти препараты эквивалентными и терапевтически аналогичными. Если вес пациента до 80 кг, применяем 75 мг ацетилсалициловой кислоты и 15,2 мг гидроксида магния. Если мы посмотрим на работу других дженериков и тромбетала, и биодоступность этих препаратов, то видите, что биодоступность отличается значимо. 70% на тромбетал, 50% на другие дженерики. Объясняется это прежде всего вот этим вот действующим веществом, процентным его содержанием.
78% на тромбитал и всего 46% среди группы других дженерик. Еще одна группа препаратов, которую необходимо применять у пациентов со стабильной стенокардией, это проведение гиполипидемической терапии. Как только поставлен диагноз, соответственно, стабильная ишемическая болезнь сердца, вы обязаны назначить ингибиторы ГМГК-редуктазы. Причем очень важное условие – в максимально переносимой дозе. До достижения целевого уровня холестерина-липопротеидов низкой плотности, меньше 1,4 ммоль на литр, и его снижение на 50% от исходного уровня. Это обязательно, иначе эффекта от назначения ингибиторов ГМГК-редуктазы не будет. Когда мы говорим, я опять возвращаюсь к нашим клиническим рекомендациям о стабильной ишемической болезни сердца, мы говорим не только о препаратах первой линии, на которых я сейчас останавливалась, прежде всего на бета-блокаторах, на препаратах из группы дегидропиридиновых и нигидропиридиновых антагонистов кальция, мы должны всегда помнить то, что написано в рекомендациях. При недостаточной эффективности препаратов первой линии у пациентов со стабильной стенокардией рекомендуется добавить к лечению один из препаратов второй линии. Либо органические нитраты, это продленные органические нитраты. Мы с вами знаем, что у нас есть динитраты, это препарат кардикет, у нас есть мононитраты, моночинкви, эфокслонг, еще целый ряд препаратов, либо ивабрадин или триметазидин, ранолазин или никарандил. Это препараты второй линии, они назначаются в том случае, если недостаточный эффект мы видим от лечения препаратов первой линии. При неэффективности бета-адреноблокаторов точно так же и в случае микрососудистой стенокардии мы можем использовать эти препараты второй линии. И сегодня я еще хочу остановиться на одном препарате. Это препарат Ангионорм Ангиопротектор. Хочу сразу заявить, чтобы вы прекрасно меня понимали, что этот препарат Ангионорм не входит в рекомендации, в клинические рекомендации по диагностике и лечению стабильной ишемической болезни сердца. Но есть мнение экспертов. Я эти исследования представлю сейчас, чуть позже, которые используют и рекомендуют препарат Ангионорм использовать у больных с ишемической болезнью сердца. Итак, препарат Ангионорм – это российский препарат. Наряду с тем, что он является ангиопротектором, согласно мнению экспертов, он также является антиагрегантом, так как он воздействует на АДФ-зависимый путь агрегации тромбоцитов и коллаген-зависимый путь агрегации тромбоцитов. Это оригинальный запатентованный системный ангиопротектор. Еще раз повторяю, это российский препарат. Он состоит из смеси растительного сырья. Вы видите, это боярышника плоды, шиповника плоды, каштана конского обыкновенного, семена солодки корня, 100 мг сухого экстракта с содержанием флавоноидной фракции четырех растений. То есть благодаря вот такому широкому спектру четырех лекарственных средств он обладает целым спектром различных действий. И я сегодня как раз и представляю два из этих важных действий – это свойства ангиопротектора и дезагреганта. И поэтому в составе комплексной терапии этот препарат может применяться при повышении агрегации тромбоцитов, как указано в инструкции, при нарушении проницаемости капилляров и микроциркуляции, нарушении венозного кровообращения при варикозном расширении вен, посттромботическом синдроме и тромбов Левите. Ну, а сейчас мнение экспертов, на которых я все-таки хотела бы остановиться. Итак, перед вами исследование Корсуна соавторов, которое было представлено в 2009 году в материалах 11-го научно-образовательного форума кардиологии. Изучение эффективности препарата Ангионорм в терапии ангиопатии. Если вы посмотрите на данный слайд, то на левой части слайда представлены пациенты с хроническим тромбофлебитом 3-4 стадии.
На правой части слайда пациенты с постинфарктным кардиосклерозом. Так вот, назначение к базисной терапии добавления препарата Ангионорм, вы видите, вот основная группа и контрольная группа, привело к тому, опять же, показатели оказались статистически значимы, красные и желтые столбики, улучшились показатели трофики тканей, то есть уменьшился жжение в области измененных вен, наблюдалось уменьшение количества судорог и боли в ногах. А у более чем 80% пациентов с постинфарктным кардиосклерозом был отмечен регресс боли в ногах, соответственно, уменьшение одышки и общей утомляемости. Очень приятной неожиданностью для меня было исследование, вот здесь вот оно, правда, таким голубым цветом, но автора все равно видно, Барбараш Ольги Леонидовны и соавторов. Это директор Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии город Кемерово. По исследованию оценки антитромбоцитарной активности препарата Ангионорм в комплексной терапии больных стенокардией. Это было простое слепое рандомизированное исследование, 62 пациента, диагноз ЭБС, сопутствующий артериальной гипертензией. Пациенты слепым методом были разделены на две группы. Основная группа принимала необходимую терапию плюс Ангионорм, контрольная группа принимала только базисную терапию без Ангионорма. Очень важным здесь было исследование лабораторное, как вы видите, на агрегационную способность тромбоцита. Если вы посмотрите на данную таблицу, то мы видим статистически значимые показатели, их здесь озвучу. Это первая строка, АДФ-индуцированная агрегация в процентах, исходный уровень через 10 и 20 дней, статистически значимые изменения, вы видите, статистически значимо меньше. Если мы посмотрим на коллаген-индуцированную агрегацию в процентах, точно так же вы видите исходный уровень вот 74,8, через 10 и 20 дней уже 55,7. Явление статистически значимо. Это как раз в основной группе, то есть на фоне терапии базисной плюс Ангионорм, отличалась от группы сравнения. Таким образом, авторы, то есть вы видите, здесь мнение экспертов, его тоже надо учитывать. Терапия препаратом Ангионорм может сочетаться с приемом антигипертензивных и антиангинальных препаратов. Ну, мне видится, что, наверное, в следующем пересмотре российских рекомендаций, учитывая мнение экспертов, возможно, что этот препарат также внесут в рекомендации. Сейчас хочу сказать, что в российских клинических рекомендациях этого препарата нет. И, уважаемые коллеги, я хотела бы показать, как правильно назначается этот препарат Ангионорм. Вы видите, внутрь по одной таблетке 3 раза в день после еды. Продолжительность курса практически 3 недели. Взаимодействие с любыми препаратами. В заключение хотела бы поблагодарить всех за внимание и с удовольствием, вот как только прочитаю, отвечу на вопросы. Да, спасибо. Так, ну тут в каких случаях при стабильной ЭБС применяется стресс-тест с беговой дорожкой, часто ли осложнения во время этого исследования? Значит, уважаемые коллеги, мы проводим стресс-тест при стабильной ишемической болезни сердца в том случае, когда мы, по сути дела, стоим в дилемме, есть ли все-таки у нас стабильная ишемическая болезнь сердца. Особенно мы это часто проводим у женщин, начинающейся менопаузе, то есть когда изменяется гормональный фон. Вот в этом случае стресс-тест с беговой дорожкой нам подходит. Но я хочу сказать, что специфичность и чувствительность этого теста даже в женской, так сказать, уже у женщин, у этих пациентов, вот в этот период начинающейся пременопаузы, тоже не очень высока. То есть вот в определенном случае, когда мы не можем полностью поставить диагноз. То есть скорее делать его не надо. Только когда надо. Только в том случае, когда мы все-таки стоим перед дилеммой. Есть стабильная стенокардия или нет? У нас есть, по крайней мере, целый арсенал инструментальных исследований, которые помогут поставить диагноз стабильной болезни. Ну и там второй вопрос про осложнение. Возможно ли осложнение на
Радмиле. При любом инструментальном методе исследования возможны осложнения. Эффективны ли при ИБС бета-блокаторы в гериатрии и в каких дозах? Значит, гериатрическая практика, вы прекрасно понимаете, что доза препаратов в гериатрической практике равны дозе препаратов в педиатрии. Поэтому дозы препаратов практически должны быть уменьшены вдвое. Бета-адреноблокаторы, хотя они считаются, что они, понятно, менее эффективны в работоспособном возрасте, но эффективность его, их доказана как при стабильной ишемической болезни сердца, так и при артериальной гипертонии. Хотя вот это вот термин step-by-step назначать очень постепенно, в малой дозе и постепенно нарастая дозу, характерно именно для гериатрической практики. Да, гериатр с пожилыми лучше не переборщить, это правда. Да, я говорю, вести как детей, это самое лучшее. Ну да, только у детей ИБС нет, а так все ничего. Да, я в дозах, я имею в виду, в дозах. Есть точка зрения, что повышенное давление нежелательно снижать быстро, особенно у пожилых, чтобы не спровоцировать инсульт. Но если у пациента на терапии сортаном все же случается подъем 160 на 90, вызывающий приступ стенокардии, то можно ли купировать боль нитроглицерином, который быстро снижает давление? Что-то немножко наворочено, мне кажется. Да, немножечко так. Понятно, что у пациентов пожилого возраста очень опасно сразу же снижать давление до них необходимых, рекомендованных ниже 140 на 90. Вы знаете, что у людей пожилого возраста целевые цифры 130-139 систолическая, 70-80 диастолическая, в отличие от людей более молодого возраста. Снижать нужно постепенно. Но если возник приступ стенокардии, вы берите, пожалуйста, не лекарство, которое содержит нитроглицерин, то есть нитрамин, а вы возьмите препарат изокет, он содержит изосорбид-динитрат. А изосорбид-динитрат всосется чуть позже. Если нитроглицерин даст эффект через минуту, то изосорбид-динитрат даст через 3-4 минуты. Таким образом, и давление у вас не так резко упадет. То есть в этих случаях у нас есть выбор, какой из экстренных препаратов лучше выбрать. Еще раз повторяю, препараты, содержащие нитроглицерин, действуют очень быстро и быстро снижают давление. Препараты, содержащие изосорбид-динитрат, то есть не тетранитрат и не тринитрат, они действуют чуть медленнее и медленнее снижают давление. Но на стенокардию не действуют так же хорошо. Ну, я бы добавил только, что давление 160 на 90 никогда в жизни ни у кого не вызывало стенокардии. Не рассказывайте сказок, пожалуйста. Это может быть стенокардия, давление повысилось из-за стенокардии, вот это бывает, как от любой другой причины, от любого, грубо говоря, стресса. Так, какие препараты выбора у пациентов после 80 лет с ХСН-2Б и коронарным синдромом? И коронарным синдромом, наверное, имеется в виду. Опять же, какой, острый или... Ну, наверное, раз мы сегодня, может, рассказываем про хроническую ишемическую болезнь или хронический коронарный синдром, как европейцы говорят, наверное, все-таки с хроническим. Ну, наверное, стабильная стенокардия по-русски. Будем считать так. Так, это коморбидный пациент, то есть хроническая стабильная ишемическая болезнь сердца. А, кардиостимулятором это. Ах, это кардиостимулятор, 80 лет. Хронический и кардиостимулятор. А вот не надо писать аббревиатурами, друзья мои, потому что каждый читает по-своему. Я, например, точно мы обсуждаем коронарный синдром. Коронарный синдром, я тоже так же прочитала. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что у нас есть классическое лечение хронической сердечной недостаточности 2Б. Кардиостимулятор вот раньше еще в прошлом рекомендациях была квадротерапия. Сейчас это квинтотерапия, основная терапия больных с ХСН. И кардиостимулятор никоим образом не влияет на лечение бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, сортаны, соответственно, препараты, которые у нас являются антагонистами альдостерона, юпирио. Ни в коем случае. Это совершенно другая область. Ведь когда вы
кардиостимулятор есть у пациента, даже если вы дадите бета-адреноблокатор и уменьшите ЧСС, у вас кардиостимулятор-то включится. Он же назначен на определенное число сердечных сокращений. Если оно даже под действием бета-адреноблокатора уменьшится, ЧСС соберется уменьшаться ниже 60, у вас включится кардиостимулятор. Поэтому вам не опасно давать все группы лекарственных средств при ХСН. Ну, старайтесь, можете быть осторожными, конечно, при бета-адреноблокаторах, но кардиостимулятор не влияет. Так, ну, если вопросов нет, тогда спасибо большое. Спасибо большое. Юрьевна, мы переходим ко второму нашему сегодня.